Привет, народ, меня зовут Blacks Infinity, и давайте посмотрим второй трейлер фильма «Терминатор. Темные судьбы». Да простит создатель, хотя он занимается этим фильмом. Говори. Немедленно. Сначала ты. А это типа продолжение первого трейлера. Меня зовут Сара Коннор. 29 августа 97 года мы с моим сыном Джоном предотвратили судный день. Спасли 3 миллиарда жизней. Найс, графа. Мыло. Устроит? Мыльно. Не устроит. Продюсер Может, Джеймс Кэмерон возвращается. Будущее, жаль. Но не изменила судьбу человечества. Что ты такое? Найс баба, найс жопа. Я таких еще не видела. Почти как человек. Я и есть человек. Только усовершенствованный. О, так это человек. А мы думали, это терминатор. Давай проясним. Моя миссия — защитить ее. Подвергнешь ее опасности, я тебя уничтожу. Ясно. Я за руль. Фильм Тима Миллера, режиссера Дэдпула. Ясно, бездарь. Все мое тело оружие. Девчонкам рассказывай. Прости. За мной, скорей! Ну, рейтинг R хотя бы, да? Как говорится, когда сюжет говно, неси кровяку. I'll be back. Кринж, пиздец. Послушай, мы все умрем, если ты не справишься. Интересно, кто это смотреть будет? Бороться бесполезно. Пять человек в кинотеатр пойдет, проверяйте. Вот что это за ебень? Кому это надо? Сара! Ты веришь в судьбу, Сара? Если не... Ой, да все знают, что он главный злодей, чего вы? Мы все умрем. Знаешь, когда все закончится, покончу с тобой. Какая же хуйня. Короче, я посмотрел трейлер. Я не знаю почему, но он вызвал максимальное отвращение у меня. Что-то вообще какая-то ебень, какой-то набор безвкусного абсолютно экшена. То есть он вообще невкусный. То есть экшен должен быть вкусный. Экшен должен дополнять драматургию. А здесь я вижу какое-то блядство. Ну просто ебень. Ну потому что, ну что можно сделать с Терминатором? У нас есть Терминатор 1, где Шварценеггер плохой. Есть Терминатор 2, где Шварценеггер хороший. Все. Из этой франшизы больше нельзя ничего сделать. Вообще никогда. Это как с Чужим. У нас есть Чужой, у нас есть Чужие. Все, не может быть Чужая. Не может быть. Попытались сделать Чужая, блядь. Там. Чужой 4, что ли, там. Ебатня происходила. Все, у нас есть два отличных фильма по Чужой. Все, ну, больше ничего не сделать. И Скотт лезет и снимает какую-то хуйню, блядь. Какой-то завет, блядь, какой-то Прометей. Чё, для кого, кому надо? И с Терминатором такая же история. Кэмерон, ну куда ты лезешь? Ну сними ты, блядь, ну Титаник 2, блядь, не знаю, там. Аватар там 3, блядь. Где твои аватары? Где они? В 2021 выйдут, да? Или когда? В 2021 же, да? Ёбнись. Аватар 2 выйдет, фильм Кэмерона. Но этот фильм он не снимает, кстати. Интересно, почему он не снимает? Засал, что ли? Или он занят аватарами, блядь. Короче, я не знаю. Мне не нравится новый Терминатор. Вот реально не нравится. Я уверен, что я приду в кино, и там будет залупа. Потому что сейчас вот это вот все то, что от создателя, от комбинатора, от продюсера, кто что-то делал, кто-то вот тогда, это не работает так. Это нет доверия.
понимаете, к людям. Никаким нет доверия. То есть я уже никому не доверяю. В кинематографе, в сериалах. То есть ну, нет доверия. Я могу судить только по информации и тому, что вижу. По информации и тому, что я вижу, Терминатор Темные Судьбы кал. И нужно будет в этом лишь убедиться, мне кажется, в октябре. То есть как было с Темным Фениксом, как это было с Веномом, блядь. Я недавно посмотрел фильм «Робин Гуд. Начало». Вот это пиздец. Вот это вообще, это говно, понимаете? Ну просто убожество. Я трейлер смотрел, но было видно, что, ну, кал века. Ну, я посмотрел фильм, ну, просто ради интереса. Ну, такое дерьмо, это просто жесть. Не знаю, короче, посмотрим, что будет. А с вами был я, Blacks and Fins. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем до встречи, пока, берегите себя.